Советы. Никто не представлял, как вообще будут развиваться те или иные общественные формы, которые оказались бы устоявшимися. Все империи, все, сколько лет они существовали. Все родилось в пух и прах за несколько лет. Ну и потом одна война, вторая война. Сегодня ситуация такова, что человечество нашло какой-то тупик. По крайней мере, большая его часть. Хотя в некоторых странах, по крайней мере, в одной они считают, что они не в тупике. Я имею в виду Китай. Но человечество нашло в тупик, потому что вроде бы все было ясно. Рынок свободно. Западная демократия, они дают ответ.